Так, ребят, всем привет. Сегодня пришли запчасти на машину. Пришла краска. Сегодня мы будем красить машину. Вот, сейчас я вам покажу, что я купил, что нужно поменять. Смотри. Так, купил я зеркало. Такое у меня левое. Оно у меня треснуто было. Сейчас достанем. Вот. Такое вот зеркальце у нас пришло. Взял я пистончиков, таких мне нужно для резинки, которые на дверях, резинки, они вставляются вот на такие пистоны. Взял 50 штук. Краска пришла, 4 банки. Это датчик на температуры, такой. Ну и фильтр масляный пришел. Здесь он бумажный получается. Вот такой. Вот. И пришли ароматизаторы задние. Вот такие у нас такой фирмы. Мы взяли, они вон внизу уже лежат. Будем их сейчас менять. Сейчас все покажу. Смотрите, после замены будем красить, готовить машину покраски. Сегодня мы должны покрасить. Так, снимаем обшивку в багажнике. Полностью снимаем. И вот здесь у нас стоят стойки. Верхнюю гайку мы откручиваем. Вот такие там гайка с такой резинкой. Вот. И гаечка. И также снизу. Сейчас снизу будем откручивать, менять. И я вам все покажу. Так, открутили мы колесо, поставили уже амортизатор. Вот. И вот вверху. Сейчас там вверху прикрутим тоже. И здесь. Вот, сейчас будем прикручивать. Смотрите, дальше покажу, как вторую сторону. Так, ребят, собрали мы стоечку, поставили. Вот этот внизу кожух, его тоже надо обязательно снимать. Вот этот. Здесь он вот на защелочках. Его раз, защелкнул. А здесь сзади он на гаечках. На 10. И с той стороны также здесь и с той. А здесь на защелках вот он. Ну все, стойку поставили, стойка стоит. Вот, сейчас будем вторую сторону. Сейчас колесо накинем. Будем вторую сторону делать. Так, ребята, поставили мы стоечку и новенькое колесико поставили. Вот как у нас смотрится. Жопа, конечно, поднялась. Ну, в принципе, нормально. Красиво получается. Сейчас вторую сторону так сделаем и ее заклеим заново, все обезжирим, на колеса накинем все, чтобы не испачкать, и будем красить. Смотрите. Так, ребята, подготовили мы покраски машину, все обклеили. Сейчас мы возьмем обезжириватель, ее обезжирим машину и будем уже наносить базу. Как буду наносить, сниму. До конца не буду все снимать, но так кратко покажу. Потом положу первый слой и вам покажу, ну, сниму все, покажу. Положу я 4 слоя базы и 4-5 слоя лака сюда. Смотрите. Так, ребят, все. Сейчас будем красить. Развел я краску. Будем накладывать базу. Я сейчас первый слой положу и вам все покажу. Как получилось, смотрите. Так, ребят, ну вот как у нас получается. Положил я второй слой. Фу. Вон у нас пух прилетел, блин. Ну ничего страшного. Камеди радио. Говорит
Сейчас мы положим еще один слой и лака. Смотрите. Так, ребят, положили мы три слоя базы. Сейчас чуть-чуть, минут 15 покурим и, короче, будем ложить лак. Сейчас я вам покажу, как получилось, смотрите. Вот, ребят, как получилось. Есть у нас здесь чуть-чуть вон косяк, водичка, но это ничего страшного. Это уже на последнем слое что-то капнуло. Ну, мусор есть небольшой, но все же гараж, а не профессиональный какая-то это. Вот. Всегда говорят о том, что нужно подражать спортсменам, что у нас нет культа спорта, и дети не следят за их карьерой. Вот. Сейчас положим лак. Мне кажется, государственная работа неправильно ведет. Вот так. Смотрите дальше, сейчас все покажу, как лак буду ложить. Лака тоже слоя 3-4. Положили мы 2 слоя лака. Вот у нас как получилось. В фантазиях приземляет физиологию. Знаете, физиология, я сейчас объясню. Женщина до конца дней может... Мусор есть немного на крыше, на капоте немного. Везет ли на своей машине к себе в замок, а у меня не встанет. Оно мне надо? Нет. Поэтому вот что-нибудь попроще. Вот женщина себя помнит, тосит траву, собирает ее в фантазию. Отлично, не встал. Да ты же не принцесса, правильно? Кому вопрос? Вот так у нас получилось. Сейчас последний слой бросим. И нормально будет. Смотрите далее. Ребята, Мерседес покрашен. Завтра мы его будем собирать. Потом я как буду им собирать, все покажу, как что получилось и так далее. На сегодня все. Всем пока. Поставьте лайки. Подписывайтесь.